Друзья, привет! Меня зовут Александра. Я менеджер по продажам туристической компании «Курорт Эксперт». Мы приехали в Утес для того, чтобы рассказать вам всю полезную и интересную информацию о санатории «Утес». Санаторий «Утес» расположен в живописной курортной зоне на берегу Черного моря между курортными городами Алушта и Ялтой в поселке Утес на территории старинного имения княгини Гагариной. Микроклимат поселка Утес – один из самых целебных на южном берегу Крыма. Обилие солнечных лучей, воздух, насыщенный ионами солей морской воды и живительными фитонцидами вечно зеленых деревьев старинного парка Гагариной в сочетании с постоянным морским бризом создали неповторимые условия для лечения и благотворного воздействия на человека. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и расскажите нам о вашем санатории, в чем его особенность. Здравствуйте, меня зовут Плегузов Александр, заместитель генерального директора санатория «Утес». Наш санаторий находится на территории древнего имения княгини Гагариной, рядом со старинным парком Кучук-Ламбад. Ну, помимо этого, мы также являемся и современно быстро развивающимся санаторием. Мы постоянно развиваем и строим новую инфраструктуру. Так, сейчас у нас наш санаторий включает 4 спальных корпуса, свой закрытый лечебный пляж, а также медицинскую базу. Не могли бы вы рассказать нам побольше о медицинской базе? Да, основные профили нашего санатория – это органы дыхания, сердечно-сосудистая система и опорно-двигательный аппарат. Помогает нам в лечении этих заболеваний, в лечении профилактики этих заболеваний не только уникальный микроклимат санатория «Утес». Мы находимся вот в таком месте, окруженном парком, зеленью. Здесь множество можжевеловых рощ, что само по себе уже является одним из основных факторов лечения данных заболеваний. Но также мы можем похвастаться и современным медицинским оборудованием. Помимо всего прочего, можно назвать аппарат «Вакумет». Это аппарат вакуумной терапии, разработанный в Институте космической медицины в Кёльне. Этот аппарат предназначен для лечения болезней, связанных с кровообращением нижних конечностей, опорно-двигательный аппарат нижней части организма, но также он благоприятно воздействует и на различные косметологические проблемы нижней части организма, такие как целлюлит и заболевания кожи. Если мы заговорили о косметологических и СПА-процедурах, то можно назвать СПА-капсулу. На основе этого аппарата мы предлагаем ряд таких процедур, которые можем провести только здесь, в Крыму. Скажем так, обертывание виноградных листьев, использование пилинга на основе кактуса, энотерапия и многое другое. Так, чем вы особенно гордитесь в вашем санатории? Ну, мы с удовольствием приглашаем наших гостей посетить дворец княгини Гагариной, старинное имение, это памятник архитектуры 19 века. Посетить мыс Плака, это памятник природы, насладиться видами, а также прогуляться по нашему тенистому парку. Superior – двухместный номер площадью до 21 квадратного метра. В номере есть следующие удобства. Кондиционер, телевизор, чайник и набор чайной посуды, балкон с уличной мебелью, одна двуспальная кровать, бесплатный Wi-Fi, журнальный столик, фен, сейф, холодильник, шкаф, диван-кровать, в санузле – ванна. Стандартный номер в третьем корпусе. Стандартный двухкомнатный номер с балконом и видом на море или парк. В спальне две раздельные или одна двуспальная кровать, в гостиной раскладной диван. Вы можете приобрести путевку в санаторий «Утес» онлайн на нашем сайте курортэксперт.ру.
Питание в санатории трехразовое, осуществляется в столовой для всех категорий номеров и в ресторане «Элефант» для категорий «Студия» и «Люкс» в четвертом корпусе. Главная столовая обновлена в 2017 году. Светлая, красивая, с белоснежной новой мебелью. Здесь прием пищи будет еще приятнее. Для гостей, имеющих проблемы с пищеварительным трактом, в столовой предусмотрены диеты по назначению врача. Разнообразное меню разработано с использованием местных продуктов и не оставит вас равнодушными. Разнообразие крымских достопримечательностей не может не радовать, причем характер их происхождения также сильно разнится. Горы, реки, водопады и каньоны сменяются дворцами, музеями, памятниками и другими интересными местами. Среди них – Генуэзская крепость в городе Судак, гора Апетри, с которой вы можете полюбоваться живописными видами с высоты птичьего полета. Бывшая резиденция крымских ханов, ханский дворец 16 века в Бахчисарае. Всем известный архитектурный памятник Крыма – Ласточкино гнездо. Пещерный город-крепость Чуфут-Кале, интересная и насыщенная история Балаклавская бухта. Евпатория – древнейший город, удачно сочетающий в себе прошлое и современность. На этом наша экскурсия по санаторию «Утес» подошла к концу. С вами была Александра, менеджер по продажам туристической компании «Курорт-эксперт». Хорошего вам отдыха! Бронируйте путевку в санаторий «Утес» онлайн на нашем сайте курортэксперт.ру.